Друзья, всем привет! На связи Евгений Ванин. Сегодня хочу поделиться результатами от размещения рекламы на нашем сайте OfferInvest. Я разместил две рекламные строчки, выбрал абсолютно первый продукт, который мне попался на Глобалпарке, поставил одну строчку здесь вот вверху в шапке, она оплачивается за показы, и одна строчка вот здесь вот ставится в наша реклама в блоке ссылок. И оттуда я получил заказы, и сейчас я поделюсь этими результатами. Давайте зайдем сначала в сервис LineBro, чтобы вы понимали, сколько было заказано показов и сколько я получил уже от них отдачи. Заказал я 10 тысяч показов. Вот он этот генератор денег жми, да, который цена 250 рублей. То есть я заплатил 250 рублей за 10 тысяч показов. Показов было всего сделано 332 показа этого объявления. И что я получил? Я захожу сейчас в Глобалпарк. Я получил 3 продажи. Причем первая продажа у меня вот эта вот была. Еще я не заказывал строчку. Этот заказ у меня был осуществлен через блок ссылок, который у нас находится вот здесь. Сюда я поставил специальную ссылку, которая отслеживает продажи. Я на ней написал OfferInvest. И давайте мы сейчас как раз это и проверим. Я захожу вот сюда. Нажимаю на кнопочку «Перейти к ссылкам». Из-за медленного интернета у меня чуть-чуть все это медленно работает. Все закрываем. Отчисления по партнерской программе, то есть с продажи, 378 рублей. Видите, продаж у меня сделано здесь 3, конверсия 9%. То есть это я вот то, что я запустил рекламу, я вам показал. Я потратил на нее всего 250 рублей, заплатил за показы, и 30 рублей я отдал за строчку. То есть итого у меня получилось 280 рублей. С первого же заказа я уже отбил стоимость рекламы. Давайте перейдем к партнерским ссылкам. И здесь вот как раз та ссылка, которая отображается у нас вот здесь вот в личном кабинете, генератор денег жми. Вот она, давайте посмотрим статистику по ней. Было 300, сейчас еще раз посмотрим, 332 показа. Можно посмотреть, сколько было переходов по ней сделано. Но мне кажется, немножко переходы неправильно считаются. Вот 9 кликов. Написано, да, то, что было по этой ссылке сделано. Но мы сейчас посмотрим здесь, потому что я ее больше нигде. А, ну вот, да, 7 переходов на данный момент. Хотя вот всего 17 переходов по всем ссылкам, 15 посетителей. На оплату получается 7 переходов, 3 уникальных посетителей. И вот 2 заказа оплачено. То есть стоимость одного перехода у меня получилась 40 рублей. Представьте, да, то есть какая конверсия? 17 посетителей, 2 покупателя. То есть и заработано 696 рублей, и еще у меня реклама, ей еще показываться и показываться. Из 10 тысяч показов было сделано только 334. То есть я полностью уже окупил свои вложения в рекламную площадку, в рекламную строчку, вот в эту. И в эту уже тем более, да, я окупил ее в 10 раз. То есть 10 строчек у нас сейчас стоит 30 рублей. Я купил ее за 30 рублей, и у меня прошла продажа, которая, сколько там, за каждую продажу. Сейчас посмотрим, я уже забыл просто на самом деле. Давайте перейдем к заказам просто. Так вот, заказы, из каждого заказа я получаю 378 рублей. Вот тут с промоакцией был, да, то есть заказ сделан, 317 рублей. То есть рекламу в блоке ссылок я уже купил в 10 раз, то есть 30 рублей я вложил, получил 317. В эту рекламу я вложил 250 рублей, получил, получается, 740 рублей, где-то так. Итого я заработал больше 1000 рублей. На том, что поставил рекламу, заплатил за рекламу 280 рублей. Реклама на нашем сайте реально работает. Можете спокойно выбирать продукты в каталоге, допустим, Глобалпарк или какие-то другие продукты недорогие рекламировать и размещать их у нас на сайте. Реклама стоит этих денег, и она приносит вам намного-намного больше. На связи с вами был Евгений Ванин. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на наш канал и вступайте в наш клуб OfferInvest. До скорых встреч, пока!